Мы вместе. В Чебоксарах открылись центры духовной поддержки детей и их родителей. Проект объединения библиотек города Чебоксары получил поддержку фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». 337 тысяч рублей. Именно столько получил проект в рамках международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018». В Международный день семьи в столице Чувашии открылись двери двух центров под названием «Мы вместе» в библиотеках имени Маяковского и Шумилова. Они созданы для оказания духовной поддержки жителям города, детям и их родителям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и попавшими в трудную жизненную ситуацию. Посетители могут принять участие в лекциях по православному искусству, православных праздниках, фестивале творческих работ «Святые места России». В планах и паломническая поездка в Муром к святым Петру и Февронии. Мы здесь будем получать информацию, получать беседу, когда какие-то будут проблемы в семье, что можем в доступном виде с батюшкой поговорить, взять информацию из книг православных. Вот. Для нас очень приятно, что это открылось именно в нашей библиотеке.